Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы играем Hitman 3. Итак, давайте, что-то тут. Гвоздь программы. Это что такое? Нет, это выйти в меню. Давайте. Не совсем понял. Так, сюжет. Так. А, гвоздь программы мы прошли. Так, ролик мы этот посмотрели. Вот. Мир будущего у нас. Доброе утро, 47-й. Мы, ты отправляешься в приморский городок Сипицию, жемчужина Амальтенского побережья. Цель – наш бывший клиент Сильвио Карузо. Это гениальный и неуравновешенный человек, работающий на корпорацию Интербайтек. Карузо прославился исследованиями, но сейчас он занимается куда более опасным проектом. ДНК-вирусом, способным прицельно заразить любого человека на Земле. Ой, Господи. Вот это фантастика. Представь себе пулю, которую можно выпустить в любом направлении. Она пройдет через тысячи тел, не оставив следа, пока наконец не поразит цель. Мир безнаказанных убийц, не встречающих правосудия. Вот что ждет нас, если не остановить Карузо. Заказчик – крупный частный акционер ИТР. По этическим причинам хочет закрыть проект, при этом не навредив самой корпорации. Нас попросили устранить Сильвия Карузо и уничтожить незаконченный прототип вируса. Ну ладно. Кроме того, тебе придется разобраться с головой лаборатории Карузо. Эта сотрудница ИТР ради карьеры идет на все и достаточно знает об исследованиях Карузо, чтобы занять его место. Ага. Двоих, значит, надо... Это необычный контакт 47-й. Вирус Карузо несет угрозу всему нашему, не говоря уже о наших делах, обществу. Ошибиться здесь нельзя. Готовься. А я никогда и не ошибаюсь. Так. Две цели. Уничтожить вирус. Итого три. Так, планирование. Три монетки. Итальянский костюм. Ну ладно, думаю, вот с этим набором мы будем играть. Ничего не хочу менять. Буду играть с тем, что дали. Надеюсь победить. Так, так, так. Блин. Надо посмотреть. Что-то у меня эти хитманы в голове крутятся несколько штук. Добро пожаловать в Сапицию. Фамильный особняк Сальвио Карузо на той стороне площади. Наш ученый боится поездок, так что ИТР построил ему под землей сверхсовременную полевую лабораторию. А, кстати, все, не припоминаю немножечко. Чем ближе ты будешь к вирусу, тем надежнее будет охрана. Удачи, 47-й. Итак. Давайте посмотрим сначала. Где-то вот здесь вот. Ну все, все, иди, иди. Ключи отсутствуют. А что там есть, я не помню. Так. Газета, это... Слиться с окружением. Подземные переходы. Ой, я еще монетку возьму. Так, что у нас здесь? Так, отвлечь. Нет. Блин, вот это сейчас сортир пойдет. Так,
А ты-то чё? Ну иди, в туалет хотел раз. Так, чё? Смысл, да, мне переодеваться? Ну давайте на всякий случай. За каким ты сюда сдался-то мне вот? Включаем воду опять. Да блин. Ты-то, кстати, кто такой? Hey, what's up? Так. Давай. На, иди на тело. Какого ты здесь ходишь вообще? Так, ты туда больше не поместишься или поместишься? Так. Можно было выйти сюда наверх, но зачем? Я не понял, они что, вас ищут? Ладно, давайте переиграем. Загрузить. Начать миссию заново. Ок. Почему меня ищут-то? Бабка это, блин. Сейчас сразу туда пойдем. Чего вы сюда всех идете-то в туалет? Whatever the hell it is, and competition is fierce. A lot of industrial What? Son of a bitch! What? По преступлению замечено, вас раскрыли. Ладно. Подожди. Блин, да как? Ну ладно, хрен на вас, не буду вас бить тогда, трогать. Монетки заберу просто и уйду, хорошо? Ну и ломик, естественно. Да, мне ты вообще не нужен. Так, весь остров под охраной, ладно. Взяли ломик, идем сюда. Ну-ка, дай-ка сохранюсь вот так вот. Да, подтверди. А что мы тут видим? That's busted.
Ладно. Так, ни отвертки, ничего нету, да? Надо где-то их найти. Ну, подламывай. Блин, да что за ерунда? Что-то я не то делаю, куда-то не туда бегу. Мне всего лишь надо пару инструментов. Так, тут я понял, что ничего нету, и смысла туда идти за этой статуэткой тоже не вижу смысла. Так. Эти не открываются. Что тут имеется у нас? Это вот выход в туалет. Тут никого нету. Прятаться. И чё, ну вылез я. Не, как понял, здесь кто-то должен быть. Подожди, а что в чемоданчике-то? Это взять. Куда-то наверх поднимаюсь. Так. Видео уничтожено. Вот сюда. А, вот что-то такое. Ну давай, возьмем. Так, ну вроде мне здесь больше ничего не надо. Так. Так, видеокамеры нам не страшны, это раз. Костюм мы приобрели. Ну ладно, пойдемте, там где-то, не знаю, где ключи, я уж не помню. Тут все легко и просто, тут и ключи есть, что можно открывать. Это меня куда выводит? О,
Так. А зачем я это сделал? Нет, подожди. Вот я вылез. Короче, незачем мне сюда идти. А, скрыть предмет. Понятно. Можно было и в тебя переодеться тогда, получается. Ну нет, мы уже все обсудили. Давай сохраним. Ну вот, опять кровожадность у меня тут. А ведь хотел как интеллигентный человек. Вау, тут кушать. Подожди. Все. Больше у вас здесь делать нечего. А вот знаешь, что я сделаю? Я вот возьму твой костюм. Ничего, жить будешь. Давай, бери костюм. Так, значит, ты получается, да? А у меня нету отвертки. Какая досада. Так, давайте сохраню. Что-то у меня тут зеленый, уже второй человечек такой зеленый. А вот теперь, может, и смогу. Ну-ка, давайте посмотрим. Ну, вот теперь смогу пакостить. Давайте сохраню. Все, можно идти двигаться дальше, искать туннель. Он где-то должен быть. Так, напакостить я напакостил. You didn't tell me your cousin was back in town. Так. Простите, извините. А вот
где только. Good day to you, sir. Слиться с окружением. Так. Что-то понабрал. Давай еще возьмем. Так. Вот первая была дверь, которую можно было подломить сломиком. Опа! Подожди. You brought this on yourself, mister. No, no, no. Вот так. Нет, подожди. Дай-ка я тебя вот сюда. Свидетель без чувств. Вот еще можно пройти как. Монету забирай. Обратно, ага, захлопнулась. No way. No, no. Пойдем сюда. Блин, весь город какой-то. На него работают, что ли? О, ключ. Пригодится, мало ли. Ну-ка, это куда я попал? Нет, мне не сюда, это точно. Так. Открываем, вот сюда теперь это правильно уже идем. Давайте возьмем еще один ломик. Что, опять неправильно вышли? Какая-то ерунда получается. Ну-ка.
Да нет. Может, он и есть, но я, по крайней мере, сейчас пока не нашел тогда. Ладно. Давайте смотрим, что у нас еще есть. Вот это, наверное. Так. Это с той стороны, ага, как-то надо делаться. Да подожди, не тот взял. Нет. Ладно. Давай сохраню. А, подождите, цветы я взял, может как-то по цветочника загасить, закосить. Типа вот я цветы привез. Ключ карты у меня нету. Ладно. Два свидетеля без чувств. А что, надо было шею им ломать? Вот. Lab requires a key card and a uniform. Luckily, it seems both are within reach. Да подожди ты, блин. Первый есть. Вторая есть. Почему? Нет, нет, нет. Вот так будем ходить. С цветами. Так. А вот у меня ключ-карта. Нет, у меня где? Вот она. Так. Тащим, тащим, тащим и прячем. Так, здесь вирус. Ether's field lab. You made it. The virus prototype will be close by. Look for some type of quarantine unit. Так. Давайте сохраню этот процесс, потому что
Так, а где вирус-то сам? Я его найти должен. Ты чё, Бадз Банни, что ли? Так, не совсем понимаю, что я, конечно, нахапал. Куда это ведет? Greetings, doctor. This is where Ms. DeSantis keeps all the research data. Keeps this stuff pretty close to her chest. Why? We all signed an NDA to die from both. Yeah. Okay, so what? Is this? Well, if it would be time to explain a string theory to me. Ломаем. Хопа. Схватка замечена. Блин. Ладно. Сейчас мы исправим это замечание. Вроде наверху кто нас видит. Вот сюда вот отнесем. Так, теперь меня мало, да, кто может заметить? Сохраняем это дело. Так, надо найти. Где у нас? А, вон там, наверное. Блин, а ты меня видишь, да? Ну-ка, а если я в доктора переоденусь? То уже не видишь. Прелестно. Так, жалеть-то я вас не буду, вы все равно, потому что... Okay.
Ну давай. Так, я даже трогать тебя не буду, да? А, нет, подожди, вот смотри. Спрятал в кислоту. Да я просто гений. Так. Так, а куда мне пройти-то, блин? Я знаешь, что думаю? Вот что я попробую. Ну-ка, если вот так еще. Нифига, надо сзади. Вот что надо. Сзади обойти и запустить эту всю тему. Так, для начала я в этом костюме пойду вот сюда к доктору. Начинается обеззараживание. Что вам надо? Чё, не нашел меня? Подождите, подождите. Так, как бы мне вас... Вы меня все видите, да? Либо ты, либо ты. Так, ну давай, вот ты ушел. А, нет, 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 нет. Все-таки надо. Надо от вас воздух откачать. Так. Давай второй раз. Что ты мне скажешь? Блин, нифига не так. Ладно.
Блин, как мне их выкуривать-то тогда? А монетки же есть, точно. Я блин, забыл про них, про монетки. Хотя, чего они за монетками пойдут? Их там двое стоят, причем разные масти. Подожди. Так. Это отключить надо, блин, это по ушам бьет. Так. Сломать шею, замаскироваться, тащить. Нет, мне надо молоток подобрать и убрать его. Сохраню. Вау. Взять взрывчатку. А как здесь пройти можно было? Ой, это все обходить, обходить, обходить. Ну давайте охоту на вас начнем, ребятки. Давай, сначала первый. Вот. Кладем. И у нас второй на примете. Вот так вот. Так. Давайте-ка я сохранить сделаю. Идем, идем. Так, мне сюда. Давай. There, in the sealed container. Так. The virus prototype. Что тут есть? Так. Так, уничтожить вирус сделано. А где найдено тело-то? Так, вирус я уничтожил.
Можно идти наверх. Так. А как вот это вышибается? Миной, наверное. Не понимаю, конечно, как мне отсюда выйти, но примерно предполагаю. Давай, давай, давай. Вот. На. Так. Прячем тело. Осматриваемся. Так, это мне здесь все надо было для того. Ага. Так, а он меня может спалить. Поэтому надо поменять, подождите. Подожди. That is Francesca DeSantis. Так. Target down. Next up, Silvio Caruso. Давайте. Ой. Зря, да, я это сделал. Так. Сохраняем. You see those guys are at it again? What? The help on the lab guy? I don't get how they get. Подожди, не спеши. Вот и все. Ну-ка я в халат, если переоденусь. Нет. Так. Давайте перестрахуемся. You. Ой. Перезарядим. Кто нашел опять тело? Как вы меня запарили? Так.
Здесь меня мало, да? Кто знает, ладно. Так, сохраняем. Так, где у нас цель-то? Цель у нас... Ой, а чё он так далеко-то? А, знаю где-то. На заднем дворе. Скорее всего, там. Да. Блин, как мне бежать-то надо? That is Silvio Caruso. Подожди. Ну не стреляй, не стреляй. Подожди. Кто еще тут остался? Ну-ка, подожди. Тихо. Кто у нас тут? Блин, не получается, да? Ну свалить надо. Ладно, с боем будем прорываться. Нет, беги. А я убежал. И мне на вас всех наплевать. Ха-ха-ха. Ну что ж. Вот еще одна миссия была пройдена. С боем, правда, коряво. Хрен знает как. Можно было с цветами, как цветочник, прийти и сверху вниз пробираться. Ну, я по-другому сделал. Как сделал, так сделал. Ну что ж. Ну, не знаю. По мне, главная миссия сделана. А какими способами пути я избрал, это не важно. Так, все знают о вирусе. Должно быть кто-то из лаборатории. Так, понимаю, я разберусь. Давай, сейчас взорвется. Да? Классика жанра. Начальство недовольно? Я следил за тобой еще в Италии. Похоже, когда становишься невидимым, перестаешь оглядываться. Это ты сделал? Яго тебя раскрыли. МК занялось черной работой, а я просто подтянул за нужные ниточки.
Ты в своем уме? Ой, зря. Не тянись. Как ты собираешься? Я играю грязно. Ну, так можно победить того, кто сильнее тебя. Ударить в спину. Давай сюда ключ. У тебя есть семья? Поверь мне, если есть слабое место, провидение его найдет. Я все-таки рискну. Ключ. Ключ. Это королевство кривых зеркал. Ключ. Ладно. Держи. Все равно он тебе не поможет. Что за ключ? Забавно. Коба то же самое говорил. Коп. Сукоп. Сукуп. Спасибо, посланник. Не за что. Я же тебя сейчас убил. Значит, мы квиты. Ну вот, как-то хрен пойми как. Какая-то у них своя мафиосинская разборка произошла. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И увидимся в следующем видео. Пока!